Доброго времени суток, дорогие гости канала! Меня зовут Екатерина. Мой друг Владислав попросил меня озвучить этот видеоролик, дабы хотя бы чуть-чуть разнообразить рубрику. Надеюсь, вы спокойно смиритесь с этой небольшой рокировкой. Итак, топ-5 самых красивых раскрасок для АВП. Прямо у вас на экране. Поехали! Несмотря на то, что мы заявили вам в начале видеоролика о том, что это будет топ-5, мы решили добавить бонусное 6-е место. Его честно заслуживает скин «Пиксельный камуфляж розовый». Раскраска очень проста, но уникальна. Яркий розовый цвет на смертоносной снайперской винтовке выглядит замечательно. К слову, на момент снятия видео всеми любимый снайпер команды Na'Vi Guardian играет именно с этим скином на всех официальных матчах. 5-е место нашего топа занимает гениальная своей простотой красная линия. И вправду, что может быть проще, чем поверх карбонового черного покрытия наложить ярко-красную линию? Разве что покрасить свою винтовку в зеленый цвет и назвать ее «Гадюка». Несмотря на свою простоту и распространенность, красная линия обойдется вам примерно в 600 рублей. 4-е место занимает ярко-фиолетовый скин «Удар молнии». Звучит весьма символично, ведь в опытных руках АВП, подобно Зевсу, точно метает молнии в своих противников. Раскраска выглядит потрясающе. С одной стороны, она очень яркая, с другой стороны, она не привлекает слишком много внимания во время ведения боевых действий. 3-е место занимают сразу две раскраски, и обе из них появились в CS:GO совсем недавно. Это «Скоростной зверь» и «Медуза». Нам было очень сложно определить, какой же из этих скинов выглядит красивее, и поэтому мы решили поместить их на одно место. По названиям раскрасок довольно-таки просто понять, что на них нарисовано. Исходя из этого, я думаю, что не следует вам это объяснять. 2-е место мы присваиваем замечательной, неповторимой раскраске Азимов. Мы будем повторять из топа в топ, что нет такого человека, который не слышал о CS:GO и не слышал об этом замечательном скине для ряда оружий. Эта раскраска уже успела выйти далеко за пределы игры. В настоящее время есть магазины, которые продают компьютеры, мышки и наушники с такой раскраской. Опять получилось так, что 1-е место стало безумно очевидным. И чтобы вас запутать, я предлагаю вспомнить все раскраски, вошедшие в наш топ. 6-е место. Пиксельный камуфляж розовый. 5-е место. Красная линия. 4-е место. Удар молнии. 3-е место. Скоростной зверь и медуза. 2-е место. Азимов. И 1-е место занимает АВП «Легенда о драконе». Самый красивый, редкий и дорогой предмет во всех ныне созданных играх. Быть обладателем этого чуда – это все равно, что летать на вертолете на работу. Конечно, я считаю, что глупо тратить такие огромные деньги на картинку в виртуальной игре, но если вдруг кто захочет подарить, я, конечно же, не откажусь. Это был топ-5 АВП. Спасибо за просмотр! Предлагайте свои топы в комментариях. Если вам понравился данный видеоролик, то не забудьте поставить здоровенный лайк под ним, а также обязательно оставьте положительный комментарий. Если же вам он не понравился, то поставьте дизлайк, ведь не просто же так они созданы. Ролик озвучила Civil Flame, текст подготовил Владислав Хелпер. Всем пока!